Пока эта группа не так известна, как хотелось бы музыкантам. Но это не значит, что нужно сдаваться и бросать попытки попасть на большую сцену, говорят исполнители. В небольшой репетиционной каморке квартета «Виртон». Энтузиасты, для которых музыка не просто увлечение, а часть жизни. Играем просто ретро-музыку, которую, наверное, редко кто играет в городе. В основном какие-то жанры сейчас разные. Мы вот остановились на таком, как говорят маркетологи, на таком сегменте рынка, да, что вот такое, так сказать, для, может быть, любителей более зрелого возраста, хотя и молодежь нас с удовольствием слушает. Ретро-музыка не единственная изюминка, а трое из квартета – люди с инвалидностью. Например, у Романа недавно ампутировали часть ноги, и теперь он привыкает к протезу. Но это не мешает заниматься творчеством. Музыканты говорят, что современную музыку им не понять, но это не значит, что она плоха. И каждая музыка, она созвучна своему времени. Но самое интересное, что и мы в свое время, когда были молодыми, мы тоже играли такую музыку, которую не могли понять наши родители. Пока группа «Виртон» выступает на бесплатных площадках, поют для людей с ограниченными возможностями, ветеранов и на городских праздниках. Но они стремятся к большему. Ближайшие выступления, на которые могут посмотреть все желающие, запланировано на День Победы на открытой концертной площадке Барнаула. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.